Новый лечебный корпус детской областной больницы на улице Любимова обживают врачи и маленькие пациенты. С 3 сентября здесь заработал травмпункт и травматологическое отделение, которые раньше находились на станционной при первой детской больнице. Переломы, вывихи, растяжения. У каждого своя беда. Но что примечательно, здесь никто не плачет. Посмотреть, как живется пациентам в новых условиях, приехал губернатор. Молодым быстро все. Это у нас долго. У вас все быстро заживает. Так, пропускайте. Еще раз. А мотыльки повредилась. Упала с забора. Ой, ну, боже. А что ты туда полезла? За яблоками, что ли? Стойко, пусть и на одной ноге, свою травму переносит Вика Лычева. Она, в отличие от соседки по палате, через забор не перелезала и даже не падала. Попала я сюда так, что я гуляла с сестрой и решила нагнуться за лопаткой, и у меня вылетела коленка. Да, здесь лежать комфортно, удобные кровати. День начинается с завтрака, потом обход врача идет. Врачи новым условиям труда рады. Чисто, комфортно, да и современное оборудование позволяет работать в полную силу. В начале сентября это особенно актуально. За 2 дня работы в травмпункт обратились 150 пациентов. После летних каникул дети не всегда внимательны. Вот этот переезд нам открывает двери для внедрения современного европейского малоинвазивного остеосинтеза у детей. То есть это практически бескровный метод остеосинтеза костей. И ортопедические новые операции будем внедрять. То есть нас сейчас ничего не сдерживает. Ни протекающая крыша, ни ободранные стены. Кроме травматологии, в новом корпусе работает операционный блок и анестезиологическое отделение. В скором времени сюда переедет реанимация и хирургия. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.